Тем, у кого нет жилья, предоставят возможность участвовать в федеральных и областных программах. Депутаты регионального парламента обсудили поправки, которые планируют вынести на рассмотрение областной думы. Речь идет о тех жителях региона, которые не имеют собственного жилья и регистрации. В их число войдут и беженцы из Украины. Таким категориям депутаты предлагают дать возможность участвовать в жилищных программах, которые предусматривают льготы. Сегодня многие не могут доказать отсутствие жилья, а после принятия поправок заниматься доказательной базой будут судебные органы. Суд определит то, что у данного человека на данный момент нету жилья и нету регистрации никакой. Потому что нужно подтверждение, чтобы участвовать в улучшении жилищных условий, ты должен дать подтверждение, что у тебя либо плохие жилищные условия, либо, соответственно, у тебя вообще нет никакого жилья. И это подтвердить сейчас может только суд.